Всем привет, с вами Румус Крас и... Димон Рус, да, всем привет! И сегодня мы будем снимать Hearthstone, надеюсь, вам понравится. Да, классная игрушка, вообще затягивает. Очень. Я не знаю, как меня будет слышно, потому что мне очень громко все звуки слышно, или это громко с наушник, я не знаю, короче. Поэтому, ребята, стучу, я сейчас громкость убавлю, меня не будет слышно. Я тоже самое сделаю. Да, я прям так же хотел сделать. Все, давайте. Твой первый ход, ходи. Нет, у меня тут ничего уже нету. Ни на что не хватает. Самые крутые там. Ага. Ой, у тебя сразу раз, так. Два, три, четыре, угу. Пять, шесть. Ну, я, пожалуй, взяну монетку. У меня нет монетки. И вот так. Два дома. Понятно, понятно. Короче, ребят, скоро мы будем открывать канал по видеочату. Там будет все очень круто. Скажи главную задумку этого канала. Ну, там мы... Что там будет именно? Одно? Мы с Ромой будем снимать чат-рулетку. Но, в чем прикол? Ну, и... Кто там будет? Мы будем играть. И там буду я именно. Рома мне будет там все подсказывать, но. А иногда он будет снимать. Одно но там есть. Расскажи это но. А вот про это ты мне уже про но не рассказывал. Нет, это про то, что... Про Д. А, Фланде, да, и мы будем... Нет, там будет, короче, только женский пол. Да. Вот так. Резко. Но иногда, может, по часику будем выпускать. Может быть, стрим будет, но точно не я буду стримить. Потому что у меня компьютера не хватит для этого. Так, призывать на поле. Ну, давайте, модульки. Вот так. Нет, давай-ка я потише сделаю, да что-то громко реально начинает. После этого раунда мы делаем перерыв. Да. Там. Если вам понравится эта задумочка наша, ну не про видеочат, про видеочат, думаю, понравится все равно. Потому что там такие. Мы должны. Да. Это очень тяжело монтировать, ребят, поэтому лайки. Да, и я. Это будет на отдельном канале, мы не хотим портить свои эти каналы на всякий случай. Я только учусь монтировать, так что я. Так что набец еще. Так, ну давай, пожалуй, я сделаю так. И то Ром у меня или как научил нарезки делать. И то я там сделал нарезочку одну, мы скоро ее выложим. И канал скоро создадим. Слышь, пауза. Итак, ребят, так, мы продолжаем. Огрмак и... Давай, клинок, закончить. Сосы. Я клинок не успел. Кто-то попал. Попал. Блин. Нет, я, пожалуй... Какая боль. Я так буду делать, я не буду очень дико рисковать. Да, блин. Конечно, убьешь мою карту с 5 дамага, но придется мне пожертвовать ей. Ой, сколько у меня карточек. Так, это... Сколько у меня, вы зрители сейчас видят, какие у меня карточки, они поймут, кто победит. Не лезь на кольки! Ой, так. Зря. Ой, вот это плохо. Достаточно мана. Как это? А, недостаточно. Вот это плохо. Надеюсь, ты не убьешь моего спичет. Нет. Чё ты? Так и не убивай его, моего. Ты уже понял, что я взял? Вообще. Быдло. Ну как бы я его первым убью, этого героя, ну, спасибо за наводку. Ох, как хорошо, все, теперь у меня вообще нет противников. Ага, ну это очень хорошо, кстати, хорошая карта. Но, блин, я не хочу терять ману. Что же делать? Так, о, ну, тут короче, можно... ну мне придется это делать. Шарики еще ломать можно. Ой, да блин, ой, всё. Мне пришлось, извини. Да. Пять дамага не страшно, да. По сравнению с твоим. Слушай, у меня какой-то туман появился. Я где? На стекло нажал, у меня по бокам там типа дымок маленький. На какое стекло? Ну, на твоем домике. И у меня такой чуть-чуть дымок пошел какой-то, ладно. У меня тоже дымок пошел, но он без этого идет. Без этого идет. Так. Интересно. Оу. Залагал чуть-чуть как-то. Ой. Зря. Я тебя сейчас так накидаю. Вот за это я накидаю. Сильно. Так. Как опасно. Да, ладно. Так, ну благодарю тебя. Ох. Блин, а, ну окей. В следующем раунде заюзаю.
Пока что так. Мерси, благо... Оу. Пока что так. Пятно. Тебе придется юзануть по-любому урон на щит. Ты уверен в этом? Ну, я тебе говорю, тебе по-любому юзануть урон придется на щит. Это я и мистер Пуса. Ты думаешь, появился кто-то в картах, но нет, я так не думаю. Я так не думаю. Лаута, благодарю. Я за что? Давай юзи на меня, у меня хилки есть. Ты уверен в этом? Поворот. Ты думал, ты меня переубедишь? Так, тебе хуже. Так. Все, сейчас все будет. Да, будет, будет у него все. Справедливость. Так, он спавнит у нас. Охо-хо-хо! Охо-хо-хо! Посмотрим, как ты меня убьешь. Хрен ты меня убьешь от этого персонажа. Перса, я тебе так давно дамажу. Эти... Вот, ребята, вы смотрите, какой потенциальный у меня сейчас дамаг. Кто хотел увидеть Руду? Что-то не поняли. Ой. Ну, это фуфло, на самом деле. 4, у тебя потенциального 6 дамага, ты можешь меня убить, в принципе. А, придется ее убить. А, сдохни. Благодарю вообще. Ты неправильно поступил. Жду приказаний. Да. Надеюсь, мне места хватит, чтобы записать этот видос. Ага. То есть так. У меня должно хватить. Ага, ну давайте я сделаю. Не, давайте я еще подумаю лучше. Ага. Нет, мне-то хватит. Так, ну ладно, еще... давайте я так сделаю тогда. Не, иначе просто я не хочу делать. Ох-ох-ох. Просто негра мне нужно вызвал. Подамажить его нормально. Негра хотя бы вызвал. Вызвал негра красного. Негр черный должен быть. Ну, а он красный. Это гончий недр. Знаете, дамажно, так ты меня сейчас должен вообще всеми карать. Просто всеми карать. Я знаю. Но ты меня не сможешь убить по-любому за 2-3 хода, потому что. Или сможешь. Смогу. Нет, не сможешь. Ты за один ход. Блин. Ой, хорошо, да ой, ты хороший. Его сейчас и замочишь, я так и знал, да? Спорим, ты его замочишь. Ты его замочишь, я так и думаю. Ну-ка. Ты хилишь себя и. Так, это вот. Вот я-то знаю, кого он. Давайте учится. Вот этого сделаем. Вот этого. Я знаю, кого ты у меня замочишь. Кого? Если захочешь сейчас. Если сможешь вообще. Смогу. Так и знал. Вот. Нет, я не смогу. Я не умею это делать. Ты, я не поддаюсь на твои лжепровокации. Я тебе лучше дамажу 9 урона, чем какому-то лещу отдам свою карту. Ну, бед. Ой, неправильно, ты дамажный. Жду приказать. А, нет, ты не дамажный. Я не дамажный. Вот урод. Ну, окей. Ну, в принципе, 3 дамага. Ну, ладно, 3 дамага, это терпимо. Так, ой, хорошо, хорошо. Кому бы, пожалуй, так. Так, давайте вырастим картошку пока что. Ой, как хорошо. Еще вырастим. Ой, как хорошо. Я не думаю, что сейчас юзать. Так, давайте ее занем. Вот так вот. Свет не падет. Вот так вот. Меня чуть подлагивает за бандикама, конечно. Так. Но чуть-чуть совсем. Так, ну и, пожалуй, думаю, так будет правильнее поступить. Блин. Так, нет. Это будет намного правильнее, чем просто вот этих ножков убить. Может быть, ты сделал правильно для себя, но... Не может быть. Это так. Точно. Оу. Хил. Уверен, что это хил? Пофиг, хоть плюс один к щиту. К щиту. Он у тебя не дамажит, зачем на него щит? Окей, я его все равно дамажить не собираю. О-хо-хо-хо. Какой ты мощный. Кто из нас больше играет в Хардстоун? Так, давайте наносим 3 урона единицы. Ну окей. Они даже не узнают, что учу. Я так сделаю, я просто хочу слить сейчас всех своих и нанести больше дамага. Ладно. Я? Да. Замажь. Замажу потом. А в принципе у меня на Ютубе это самое. Написано моё имя, фамилия, мне то чё. А, ну ладно, ты. Так, ну давай я сделаю, знаешь как? Я вот так и сделаю. Угу. Мне просто дамаг нужен. Всё. Ты можешь моего свина и... Я тебе пощажу пока.
пока. А ты меня опять подтраливать хочешь, да? Да, да, я просто хочу больше дамага нанести. Ты можешь меня сейчас победить, конечно, если у тебя карта попадется замораживающая или какая-нибудь там. Какая но крутая карта, нет. Блин. Спасибо за это. О, слушай, это круто, это мне опыта. Ну, ЦПС. О, провокация, как круто. Тоже провокация поставил. Он должен атаковать провокатора. Окей, провокатор. Это провокатор. Так, вот так вот. Да, да. И последний торжественный. Вот, ребят, короче, я только начал Хардстоун играть, у меня уже какой-то там, сейчас увидите, какой левел. У меня 14 левел, ура. А то есть я вас тоже приглашаю. У меня 8. Играть меня в эту чудесную игру, то есть это она того стоит, ребят, это охрененная игра. Да, докажи. Ссылочка на эту игру будет в описании, кстати. Ну, не знаю, это пиар бесплатно, ну окей. В принципе, мне не жалко пиарнуть игру. Ну, пусть поиграет, чё. Вот, короче, эта игра, в общем, всем спасибо за просмотр, ребят. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Короче, я надеюсь, у него такая же фича будет у Димона. Короче, в связи с законами Российской Федерации и т.д., если на Ютьюбе будет в комментариях один мат какой-нибудь, то есть тебя могут привлечь к ответственности какой-либо, да? То есть можно фильтровать Ютьюбом, но если в завуалированной форме, то по-любому наказание будет. Будет не тому чуваку, который написал комментарий, а тебе, потому что ты его не удалил. Нужно мониторить комментарии, это очень тяжело. Поэтому комментарии хорошо будут ВКонтакте, в нашей официальной группе. Если Димон вступит в наше сообщество, у него тоже комментарии будут в нашей группе, то есть под его видео. Да. В общем, ребят, всем удачи и всем пока. Всем пока.